4 ноября в России отмечают День народного единства. Праздник учредили федеральным законом. Президент подписал документ в 2004 году. Какова же история праздника? Это память о событиях 1612 года. Тогда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. Связан праздник с окончанием смутного времени в России в 17 веке. Вечерний Магадан решил выяснить у жителей областного центра, знают ли они, что Россия отмечает 4 ноября. Скажите, пожалуйста, что мы празднуем 4 ноября? Минин и Пожарский. Ой, а что мы, Лена, а что мы празднуем? Не знаю. Ну, я думаю, я знаю. Я уже все праздники позабывал из-за этой работы. Ну, это народного единства и примирения и так далее. 7 ноября по старому стилю. 7 ноября – это день революции, насколько я помню. День независимости. Спасибо. Так, 4 ноября, по-моему, день независимости. Ой, я даже не помню, я не помню. Спасибо. Праздник независимости. Не знаю. Ай, не знаю. Скажите, что мы празднуем 4 ноября?